Второй из 12 годов, это у нас идет год быка, Юкрудиль. Ну, в принципе, для Юкрудиль, для людей, сам по себе год тигра, это год зайца, это неплохой год из 12 годов, как для мужчин, так и для женщин. В принципе, Юкрудиль, для людям, Туладиль, это благоприятный год. Он, во-первых, не несет в себе никаких опасностей для жизни, такого, чтобы прям каких-то рекомендаций по ограничениям передвижения, там, операций, водоема, высоты, такого ничего нету. И по здоровью это благоприятный год. И я бы посоветовал, да, если вот когда здоровье год благоприятный, например, я знаю, как у нас, особенно в нашей республике, люди относятся к здоровью, так, с учетом национальной кухни, где очень много жирного, жареного, острого, да, и в основном у нас как-то с недоверием относятся там, к каким-то обследованиям. Да? Даже я знаю так, что люди больше идут, например, центральный уровень на индивидуальный прием, прежде чем приступить к какому-то лечению. Я думаю, что профилактика и обследование – это всегда очень важно и своевременно. Поэтому я бы посоветовал Юкрудиль, так как для здоровья и лечения в целом благоприятный год, можно в такой год уделить внимание здоровью, обследованию, лечению, например, там, да, так как этот год, я думаю, если будет проходить лечение, то он прям благоприятный будет. Материально, финансовым он также благоприятный год, но вот везение немного, он может быть неблагоприятный. Везение обычно, когда год неблагоприятный, это может сказываться в том плане, что то, что человек планирует реализовывать в течение года, это может получаться не так быстро или не так легко, как хотелось бы этого. И недостаток везения надо компенсировать усердием. То есть, если, например, вы чем-то занялись, и у вас это сразу не получается, нелегко дается, то надо не бросать, а целеустремленнее быть такой год. Вообще, конечно же, вот Юкрудиль, да, люди, да, у них отличительная часть бывает, это как раз они, если принимают решения, перемены решений очень тяжело. Вот одни из таких самых, которые целеустремленных, упертых годов называют их. И поэтому Юкрудиль, да, людям, я думаю, вот недостаток везения надо компенсировать усердием. Своим. Но в то же время, да, вот что касается внешнего круга общения, взаимоотношений с чужими людьми, или же внутри семьи, семейно-личных взаимоотношений, вот это оба положительный год. Я думаю, что, во-первых, да, один из самых больших плюсов Туладиль для Юкрудиль людей в том, что он будет такой радостный год. Вот, может быть, прошлый год, позапрошлый год, да, для женщин, особенно Юкрудиль людей, может быть, он был немножечко сложный, нервный, потому что бывает у женщин свой год и позже два, они бывают неблагоприятные, да. Поэтому вот этот год Туладиль, я думаю, он будет одним из таких прям позитивных, спокойных, хороших годов. Поэтому в такой год можно расширять круг общения, заниматься семейными вопросами, свадьбами. Это очень благоприятный такой год. В целом он позитивный. Единственное, я что, может быть, посоветую Юкрудиль людям, если говорить по обрядовой части, ну, конечно, хорошо будет, если с учетом везения, если можно кимюрин, да, то есть после зу наступления, можно повесить флажки, которые вешают на удачу, и в течение года можно читать халган сякхном, как у нас говорят, это устранение препятствий, открытие дороги. Такого рода обряды хорошо будет читать перед начинанием. Но это очень хороший год для Юкрудиль людей, я советую провести его вам как можно результативнее и активнее.